По поручению главы городского округа Андрея Булгакова на пересечении улицы Комарова и Первого Советского переулка началось благоустройство общественной территории в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Скверы – точка притяжения для молодежи, поэтому в обсуждении проекта благоустройства прогулочной зоны приняли участие старшеклассники щелковских школ. Андрей Булгаков ответил на волнующие жителей вопросы и рассказал, что отремонтированные фигуры в виде лошадей скоро вернутся на прежнее место. Фонтан также останется в сквере на радость горожанам. Среди всех идей для благоустройства общественного пространства жителям особенно понравилась стела в центре перекрестка с круговым движением, которая будет подсвечиваться в темное время суток. В самом сквере установят новые скамейки и урны, сделают дополнительное освещение. Все работы планируют завершить до конца октября. Совсем скоро здесь будет красиво и комфортно.